Ну что, дорогие друзья, давайте поприветствуем бурными аплодисментами нашего тренера! А теперь поднимите руки, кто хочет выглядеть так же, как и наш тренер. Обратите внимание, не все. Почему-то не все. Не знаю, почему, но да ладно. А хотите ли вы выглядеть так, как выглядим мы? Нет. Спасибо. Уходим отсюда. Друзья, я очень рада приветствовать вас в нашем Волфите. Я являюсь тренером, персональным тренером тренажерного зала, групповых программ. Первая тренировка у нас, естественно, будет вводная, больше как зарядка. Как вы думаете, насколько вот реально сбросить вес нашим участникам, если они будут все время выполнять все ваши требования и все ваши задания? Меня скинуть можно. Хорошо, скажите, будете ли вы как-то воздействовать силовыми методами? Там, если человек не выполняет задание, будете ли вы его пинать, бить розгами, я не знаю, заставлять отжиматься лишний раз? Бодибаром буду бить. Бодибаром? Да. Что это? Увидите. Увидим. Но пугающе звучит бодибар. Что? Уйди. Игорь, просто уйди. Я просто желаю вам удачи, чтобы вы достигли своей цели. Я постараюсь по максимуму помочь в этом. Все? А так коротко, а там, не знаю, как вас найти в Инстаграме, написать... Отметите? Ну, конечно, отметим. Все, отметили. Поехали! Нет, и обратите внимание, я еще даже команды не дал, а фотограф уже начал. Все, конечно, здорово, но самое интересное то, что я потерял среди всех нашего тренера. Где тренер? Кто его съел? Игорь, посмотри сюда. Он не может встать, все. Он уже отдыхает. Там. Я вам скажу честно, самое страшное, по всей видимости, еще впереди. То есть вот это самое сложное. Подними ногу вверх, подними ногу вниз. Итак, 20 минут. Если посмотреть на эти палки, то у всех они как бы ровные. И только у одного участника уже, по всей видимости, пошел процесс. Зачем вы согнули палку, расскажите нам. Зачем вы это сделали? Пельмешки, пельмешки. Пирожки, пирожки. Булочки, булочки. Прощай, все.